Поздравления с юбилеем принимает директор Люберецкой гимназии номер 41 имени дважды Героя Советского Союза Павла Кутахова, почетный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Яковлева. В ее адрес поступают поздравления от коллег, выпускников и гимназистов. В 41-й гимназии Татьяна Яковлева работает почти четверть века. Из них 8 лет в должности директора. Как учитель, в первую очередь, она прививает ученикам любовь к знаниям. Однако важно для подрастающего поколения не только это, считает Татьяна Владимировна. Показывать детям, что ты неравнодушна к ним. Поэтому, вот, наверное, вот этому неравнодушию мне бы хотелось научить детей, чтобы они тоже были неравнодушны к тем, кто их окружает. Она родилась в Подмосковье в семье учителей. С детства мечтала лечить людей и даже думала связать свою жизнь с профессией врача. Но, окончив школу, решила продолжить семейную династию и поступила в педагогический институт. У меня дедушка был директором школы, мама была учителем, тетя была учителем, сестра учитель. Поэтому у меня не было другого выбора, как пойти учителем. Учитель – это не профессия, уверена Татьяна Яковлева. Это призвание. Надо любить и отдавать душу детям, потому что моя первая учительница делала именно так. Каждый ребенок – это ребенок своего поколения. Мне кажется, наоборот, они сейчас больше трудятся, больше знают, больше умеют. Они более приспособлены к жизни, чем были мы. Поэтому, мне кажется, у нас замечательные дети. Коллектив здесь большой и сплоченный. Оксана Банченко – одна из тех, кто пришел работать в 41-ю гимназию в одно время с Татьяной Яковлевой. Татьяна Владимировна – необыкновенный человек. И считаю, что мне в жизни очень повезло, что у меня есть рядом такой близкий друг, такой надежный, верный, который всегда готов помочь. С большим уважением и любовью к Татьяне Владимировне относятся и гимназисты. Очень отзывчивая, она в многом раз мне помогала в чем, всегда меня поддерживала, и чтобы она развивалась успешно в своем деле, и чтобы всегда была такая же жизнерадостная. Поздравляю Татьяну Владимировну, желаю всего самого наилучшего, и чтобы она была такой же доброй и хорошей. В торжественной обстановке в кругу коллег Татьяну Яковлеву поздравил и глава округа. Позвольте поздравить вас с нашим днем рождения, пожелать вам здоровья, благополучия, хорошего настроения, надежного коллектива, который у вас есть. Вот эта школа, коллектив замечательный, который я очень уважаю, очень люблю. Это, конечно, и старание, и работа Татьяны Владимировны, ваша совместная работа. Татьяна Владимировна, от всей души, с днем рождения, с юбилеем, много-много лет счастливой, такой продуктивной жизни. К поздравлениям присоединились и все 1250 учеников, обучающихся в этой гимназии, и их родители. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.